Слушаю. Евгений, это от доктора Раскольцева. Здравствуйте. Вы интересовались иконой «Ангел пустыни». Я вам завтра ее покажу. Ждите моего звонка утром. У вас есть билет до Ленинграда? Все поезда ушли, молодой человек. Что, сейчас никуда нет поездов? Сейчас поездов нет. А куда вам ехать? Гражданин, одну минуту. Можно вас? Это ваша машина? Нет, не знаю. Как это вы не знаете? Моя машина? Моя машина. Мне нужно было уехать, срочно уехать. А машина? Мы тут ее караулить не будем. Вы не пьяны? Я? Ян? У меня больные дети. Где дети? В Ленинграде. Какие дети?
Да. Евгений, в 6 часов вечера я прошу вас подойти к метро Парк культуры. Пойдете от Никитских ворот по Старому Арбату. Я покажу вам икону «Ангел пустыни». Скорая, скорая. Пришлите врача, пожалуйста. Скорее, скорее. Что случилось? Плохо мне очень. Ваш адрес? Спасите меня, доктор, спасите меня, спасите!